Спонсором данного выпуска является сайт по продаже монет lolga.com. Здесь вы можете приобрести монеты на любые платформы NHL17. Введя промокод CHEER, получите скидку 6%. Привет всем, друзья, с вами мистер CHEER, и мы продолжаем прогнозы в NHL17 на чемпионат мира. Еще раз повторюсь вам, что составы здесь не подходят к тем, которые у нашей сборной в реальной жизни. Здесь таких игроков нету, поэтому приходится играть за тех, кто есть. Также хочу сказать, что если бы я хотел выигрывать все матчи, я бы спокойно перезаписывал и выкладывал победные матчи. Так что ваши там злостные комментарии о том, что «О, играть не умеешь!» Ну, круто, значит, вы играете лучше. Запишите видос, мы посмотрим. Погнали. С Германии. У нас пока 5 очков у сборной России. Идем на первом месте в группе. Ну и матч с Германией, я думаю, будет довольно-таки интересным и довольно-таки серьезным. Если наши будут играть с такими же ошибками, как они играли со сборной Италии, то я думаю, что Германия накажет. Так же, как они наказали американцев. Хоть наши и забросили 10 шайб, но уровень сборной Италии с уровнем сборной Германии вообще не сравнится. Кто смотрел матч сборной США, сборной Германии, тот поймет, о чем я говорю. Потому что немцы использовали любые моменты, какие им давались. Кучеров. Грайс тащил просто ошеломительные шайбы в матче США, поэтому я думаю, что может он и поймать кураж и в нашем матче. Так что нужно рассчитывать на все. Шипачев, аккуратненько. Тадонов. В дальний уголочек не прошла шайба. Сейчас же опять мы будем атаковать, и нам потом забросит. Емелин, аккуратно. Смотрите, как опасно атакует сборная Германии. Вот так же она опасно может атаковать и с нашей сборной. Матч со сборной Швеции, конечно, не показатель у сборной Германии. А вот матч с Германией как раз таки говорит о многом. Орлов! Хороший бросок! Ну, Малкин не успевает на добивание. Ух, как подняли клюшечку-то. А я думаю, где у нас пятый-то игрок? А он непонятно куда укатил. Гоч. Стоять. Тарасенко. Какие квадратные все-таки передачи в НХЛке. Тарасенко. Тарасенко на Балкина. Боже мой, Марченко. Германия расположилась у нас в зоне. Опасно, Анисимов хорош. Анисимов вновь. Кулемин. Ну возьми ты, Куликов-то, эту шайбу, господи.
Подбор шайбы нужен. Где подбор? Селевский, хорош. Овечкин просто в сторону ворот шайбу эту выкинул. Будет удаление опять. Удар локтем. Зашибись, играем. Подарен Анисимов у нас на льду сейчас. Главное просто выиграть брасы. Вот это нам повезло сейчас. Это нам сейчас повезло. Это Кулемин был вроде бы. Или Куликов. Эту шайбу сейчас выкидывал прямо с ленточки. По броскам 7-3. Немцы опять нас опережают. Но говорю, на уровне звезда здесь не видишь никакого отличия от соперника. Поэтому здесь можно ожидать все что угодно. Кулемин. Марков опять один остается. Марченко. Отлично, можно убегать. Ну, вот. Щелчок. Лежать. Первая пошла. Первая шайба в воротах, и то в меньшинстве. Николай Кулемин. Управляет шайбу в ворота. Оставили его одного на пятаке, и здесь он зарешал уже. В меньшинстве. Дацук! Просто убежать, Павел! Уф! Кстати, играем уже в пятером, поэтому можно уже по-нормальному атаковать. Когда успел тут там войти-то? Орлов. Бросок! Да на добивании, на добивании. Это кто? Орлов. Откуда он взялся? С смены что ли пришел? С рабочей смены. Василевский, Зайцев, аккуратно. Василевский хорош. Орлов, разгоняем атаку. Уже в зоне. Уу! Вот это красиво. Вот это красиво. 2-0. Кто-то там говорил, что я не умею играть. Посмотрите, какие шайбы забрасывают. Ну что вы. Красиво же. Евгений Додонов. Орлов и Василевский голевые. Ничего себе. Тарасенко. Удаление у сборной Германии. Неплохо. Есть шанс еще одну шайбу забрасывать. Марков, просто догнать шайбу, начать уже атаку нормальную. Все, погнали. Тарасенко. Кучеров.
Кучера выкатывается. Бросок Тарасенко. 3-0. Кто-то говорил, что я не умею на этом уровне сложности играть. Спокойненько. Кучеров и Марков голевые. Ну что, второй период пока под нашим контролем. Все мы знаем о том, что в третьем могут начаться у нас проблемы. Поэтому лучше не зарекаться. Два Вульфа сейчас в атаке у сборной Германии. Такие шайбы Василевский у нас спокойно забирает. Кучеров. Овечкин. Марченко, аккуратно. Куликов. Эх, не прошла шайба на Кучерова. Дацук. Телегин вышел. Давай, давай, Телегин. Заноси просто шайбу. Кстати, напишите в комментариях, где Телегин у нас. Почему его не слышно и не видно? Ох, кого-то в лицо из наших прилетело. Убегаем! Убегаем! Ух! Ну, красиво. Красиво сейчас голкипер, а точнее Грайс, это затащил. И Мелин. Офсайд. 2 минуты до конца второго периода. Второй период, 3 шайбы, это довольно-таки уверенно. Поэтому в третьем просто нужно будет это все, как говорится, укрепить. Панарин. Емелин. Ой, блин, что я сделал? Что-то я это засмотрелся на вход в зону и не увидел игроков наших. Панарин. Ой-ой-ой, отбор был. Емелин, развернись. Последние секунды периода, Василевский. Кстати, попали в ворота, ничего себе. Статистика. Ну, немцы нас перебросали, но все равно 3 шайбы мы забросили. Орлов. Орлов, никто не крыл. Ну, мог с кистей сейчас бросить спокойно. Да господи, в чем вы меняетесь, игроки? Вульф. Зачем Орлов сейчас клюшку подставлял? Вроде бы он за нас играет. Пас на Овечкина. Второе звено нас полностью силами вышло. Шипачев. Вот не хватает нашим почему-то скорости. Марков. Вот это Панарин. Вот это по-нашему. 4-0.
Хорошо поставленная клюшечка и шар в воротах. Артемий Панарин. Смотрим повтор. Бросок. Подставлена клюшечка и шайба в воротах. Неплохо. Смена Грайса. Вот это да. Менять голкипера. Я думаю, Грайс один из лучших вратарей сборной Германии. Лучше вы не найдете. Василевский хорош. Воу. Долшок разряжается. Это плохо. Панарин. Ладно. Так, сыграем. Мелин. Шипачев на Панарина. Ух, было бы красиво, если честно. Кулемин. Кулемин. Ближний угол пытался. Тарасенко, подбор. Девять минут до конца. Тарасенко плохо вошел в зону. Марка, выберись, елки-палки. Хорошо на Кучерова, Кучеров. Ну, уже за воротами. Ну, кому же дать-то? Ошибочка. Долшок подключили, отлично. 7:26 до конца. Немцы почему-то не наседают на наши ворота. Вот один момент был, когда они насели. И то закончился броском с подставленной клюшкой. Больше ничего они не показали. Это неплохой бросок. Неплохие передачи по пятаку. Дацук. А почему Дацук не может убежать ни от кого? Если бы Овечкин уже лицом стоял к воротам, я думаю, бросок бы был гораздо лучше и гораздо опаснее. Удаление. Удаление еще одну сборной Германии в конце матча. И мы сейчас будем пытаться решать. Хотя немцы пошли в атаку. Оп, подставленная клюшечка. Что-то я не то хотел сделать. Я хотел убрать под себя шайбу и бросить в дальний уголок, но получился, замахнулся. Тарасенко. Наша шайба, Тарасенко. Удаление Тарасенко будет. Перестарался парень, перестарался. Сейчас бы он точно не попал в створ. Вышла шайба. Немцы уже играют в большинстве. Штанга выручает нас. Давайте на сухарь попробуем. Вчера нашей сборной не удалось сыграть в сухую. Придется нам за них играть в сухарь. Марченко.
Ну все, вышел у нас пятый полевой. И мы разгоняем атаку. Телегин. Как же жестко в него вошли. Ну, 2 минуты сразу же получает сборная Германии. Последнюю минуту они будут отыгрывать в меньшинстве. Если, конечно, мы не забросим сейчас шайбу. Анисимов. Орлов. Орлов. Малкин. Дацук, подбор. И полетели. Дацук на Малкина. Малкин из-за ворот. Вот так. Вот так и бросок Панарина. Ну почему ты не бросил? Замедлился. Хорош, Орлов. Отличная игра. Додонов, полетели. Бросок! Шайба ворота. Павел Дацук. 5-0. С передачи Артемия Панарина. 5-0. Ну что, друзья, я вам доказал, что все-таки я умею играть в НХЛ-очку. Хоть как-то, но умею. Счет 5-0, выиграли немцев на уровне, на том же, на чем играли и с предыдущими командами на Звезде. Всем спасибо за просмотр. Буду сильно болеть за нашу сборную именно в этом матче. Лучшие игроки Дацук, Панарин и Василевский. Василевский, конечно же, отыграл на 0. Надеемся на победу в основное время сборной России. Так что Россия вперед, друзья. Пока-пока-пока.